Привет, ребята, на связи Серега, и сегодня мы продолжаем обучение по курсу HTML Master и узнаем про еще один тип инпутов, это выбор цвета, поле для выбора цвета. Итак, давайте я открою наш курс в редакторе HTML Master, страничку точнее, испытуемую. И здесь давайте вот, где у нас идет ваш вес, давайте мы это поле скопируем. Так, где тут у нас? Вот, ваш вес, да? Мы его скопируем, ставим, давайте здесь повыше еще одно поле. Так, и, например, что мы сделаем? Выберем, укажите цвет ваших глаз. Давайте так вот. Цвет глаз. Все. И теперь смотрите, мы что делаем дальше? Здесь давайте мы выберем call. Так, здесь мы тоже напишем... call. Ну и name тоже давайте мы зададим call. Так, хотя тут name я не прописал, ну да ладно. Так, теперь вот это вот мы все с вами удаляем. Это нам не надо. Так, и чтобы выбрать поле, точнее указать поле, которое позволит выбирать цвет, давайте мы выберем тип color, то есть просто напишем. Видите, поле сменило свой внешний вид, оно стало таким, при нажатии выбивается вот такое окошко, причем обращаю внимание, что в разных браузерах это может работать по-разному, а в браузере IE это поле вообще пока еще не поддерживается, то есть в Internet Explorer такого поля еще нету. Так вот, смотрите. Мы можем здесь, получается, выбрать любой цвет, отправить его, соответственно, на сервер. И, как и с любым полем, мы здесь можем указать какое-то значение по умолчанию. Давайте мы напишем value. И, например, мы хотим, чтобы изначально был цвет глаз какой-то, ну, красный, да? Поэтому мы ставим, смотрите, здесь не прокатит, если вы напишете red, да, потому что, ну, все равно будет черным, он не понимает этого значения. Нужно указывать именно в 16-ричном значении, как мы указываем цвет в стилях. То есть, сначала мы ставим решетку, и потом указываем 16-ричное значение цвета. Например, темно-красный цвет, вот то, что я помню, да, D8000000, то есть 6 штучек идет. Давайте мы обновимся, и видим, вот начало работать. Если мы здесь решеточку случайно забудем ставить, то, обратите внимание, опять ничего не работает, поэтому вот здесь будьте предельно внимательны. Ну и, конечно, по умолчанию вы можете указать любой, совершенно любой цвет. И еще один момент, сокращение в 3 буквы, ну, знаете, когда цвета можно сокращать, они не работают. То есть тут, по идее, должен быть белый цвет, да, но видим, не понимает, надо именно указывать полностью, FFFF. Все, и теперь это будет работать, вот так вот. Ну что ж, ребята, в принципе, на этом все. Урок короткий, но я просто не смог пришить к этому цветовому полю, так скажем, еще какую-то информацию. Следующий урок будет намного обширнее, мы там будем разбирать очень интересный атрибут.